Новая форма счета фактуры с 1 июля 2021 года. В этом видео о новой форме счета фактуры и сам бланк для скачивания. Канал «Предприниматель Инфо». Правительство России обновило формы счетов фактур и регистров, потому что в Налоговом кодексе Российской Федерации закрепили правила прослеживаемости, которые вступят в силу с 1 июля 2021 года. Федеральный закон от 9 ноября 2020 года номер 371 ФЗ. В связи с этим счет фактура и его корректировочная форма дополнились новыми реквизитами. Постановление правительства России от 2 апреля 2021 года номер 534. Что же теперь нужно указывать в форме? Друзья, не забудьте поставить лайк и подписаться на этот канал. Вас ждет много интересных видео-новостей из мира финансов, бухгалтерии, права, кадрового дела и изменений законодательства. Теперь в форме нужно указывать регистрационный номер партии товара, который подлежит прослеживаемости, количественные единицы измерения товара для целей прослеживаемости, количество прослеживаемого товара в количественной единице измерения товара для целей прослеживаемости. Поправки также предусматривают, что в формах счета фактуры и корректировочного счета фактуры появятся новые графы. Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии прослеживаемого товара, графа 11, количественные единицы измерения товара для целей прослеживаемости, графы 12 и 12А, количество прослеживаемого товара в количественной единице измерения товара для целей прослеживаемости, графа 13. Такие же графы ввели в журнал учета полученных и выставленных счетов фактур, книгу покупок и книгу продаж. Как выглядит новый бланк счета фактуры? Новый бланк, который вы видите на экране, можно бесплатно скачать под видео в описании. Друзья, поддержите канал «Предприниматель Инфо». Подпишитесь и поставьте лайк. Впереди много интересного. До встречи! Также, если у вас возникло острое желание высказаться об увиденном и услышанном, не сдерживайте себя.